Всем привет! Днепр на связи, 26 мая, 10.00. Ну что, друзья, прошла ночь, прошел утренний обстрел, который принес взрывы и их последствия. Давайте посмотрим, о чем нам говорит областная военная администрация в лице Сергея Лысака. Он указывает, что ночью в нашей области было сбито 11 беспилотников типа «Шахет», а ниже «Герань-2». 5 беспилотников были сбиты в Синельниковском районе, по 2 в Каменском и Павлоградском, и по одному в Никопольском и Новомосковском районах. Также в Новомосковском районе из-за падения обломков было возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали. Также под удар из артиллерии этой ночью попал Никополь там также был прилет дрона Камикадзе, повреждена школа, медицинское учреждение, четыре торговых павильона и два магазина. Повреждено 6 многоквартирных домов, сарай, 4 гаража, автомобиль, линия электропередач. Также разбиты 3 частных дома. Еще 2 повреждены из-за удара дрона. Вот такие, друзья, дела. Удары носились также и по Марганецкой, Червоногригорьевской громадах. Удары были с тяжелой артиллерии. Везде обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Что же касательно утреннего обстрела. Были пуски ракет. Ракеты летели в воздушное пространство Украины. И направились в сторону западной части нашей страны. По заявлению Евлаша, что он насчитал? Он сказал, что всего было 31 беспилотник все беспилотники были сбиты. И также указал на то, что было 14 ракет, 12 из которых были сбиты. А сбиты были все 12 из 12 ракеты Х-101. При этом не сбили только ракеты «Кинжал» в количестве двух штук. Вот такие, друзья, дела. Это у нас официальная информация. Собственно, ночью в районе даже полпятого было заявление от областной военной администрации в Винницкой области. Там заявили, что случился прилет в жилой дом. Ну, тут если поразмыслить логически, в жилой дом мог прилететь только кинжал, потому что все остальное было сбито. Собственно, в частности... Кинжалы летели в сторону Ивано-Франковска, Староконстантинова, где после взрывов в Староконстантинове в части города исчез свет, об этом сообщили местные жители. Вот такие дела. Ну, собственно, затем заявление областной военной администрации Винницкой области о прилете в жилой дом, скажем так, нивелировалось. Это оказалось не совсем правдой. Вследствие ночной атаки по в Венецкой области, в частности, имеется в виду Жмеренко, случились повреждения 11 жилых домов вследствие падения обломков беспилотников после работы ПВО. Вот такие, друзья, дела. Там повреждено 3 четырехэтажки жилых, также 7 частных домов и 6 легковых автомобилей. Пострадало 3 человека. От госпитализации они отказались. Из квартир эвакуировано более 40 людей. Вот такие последствия. Короче, все сбили. Не сбили только кинжалы. Они полетели туда. Вновь были атакованы Бурштин, Старый Константинов. Там вот случились прилеты. Все остальное, сказали, сбили. Кстати, сейчас вот недавно была вновь тревога. Была связана с угрозой баллистики. Плюс взлет МиГ-31. Ну, Шел отбой, вроде как тихо. Погодка по сравнению с вчерашним днем изменилась. На данный момент у нас порядка 20 градусов тепла. И так вот мрачненько, сумрачненько, тучки. Даже можно сказать, что в принципе прохладно. Прохладный ветерок. Фух. Такие дела на данный момент. Спасибо за внимание. Берегите себя, берегите своих близких. И до нового выхода на связь.